из НР. Сейчас я пребываю в каком-то шоке просто нереальном. Ситуация. Вся страна едет в Краснодар. Вся страна переезжает. Сибирь, Дальний Восток в надежде на лучшую жизнь. Но здесь-то заживем. Здесь-то будем спать спокойно. Но спокойного сна не ожидать никому. Катастрофа всероссийского масштаба. Горит сейчас. И пожарные поехали. Дом. Спустя минут, наверное, 30, может быть, 40. А весь этаж сгорел. Очень много квартир сгорело. Но ребята тут как тут у нас приехали. Сейчас будут, наверное, тушить. Мансардный. Этаж жилого дома горит в Краснодаре. На площади 800 квадратных метров. Жильцов эвакуируют. Это сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, пожар произошел на улице Российская. В 2:01 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного горизонта. По рангу пожара номер один. В 2:20 по прибытию первого подразделения установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров. Говорится в сообщении. В 2:48 по московскому краснодарскому времени объявлен ранг пожара номер 4. Ситуация хуже, чем катастрофическая. Я прекрасно понимаю, что главный вопрос, который сегодня хочется задать, господи, кто? Какие люди погибли? Есть ли погибшие? Не дай бог, там дети, старики, девушки. Это вопрос наш, человеческий. Но есть и вопросы гораздо более фундаментальные. А вообще, собственно, как это все может допускаться? Как после невероятно страшной трагедии в Зимней Вишне, которая произошла там уже больше 2 лет назад, мы все еще на одни и те же грабли наступаем. Мы все еще жгем своих людей. Мы не собираемся следить профилактически за ситуацией в стране? Или это уже не имеет никакого значения?